Комитет Верховного Совета по вопросам агропромышленного комплекса поддержал предложение президента увеличить число пайщиков. Так сейчас паевые выплаты получают те, кто отработал в колхозах или совхозах не менее 20 лет. Президент предлагает понизить эту планку до 15 лет. Кроме того, президент считает, что паевые выплаты должны получать и работники вспомогательных профессий – мелиораторы, механизаторы, электрики и другие. Денег для этого достаточно в фонде, который формируют землепользователи. У депутатов встречное предложение – расширить списки пайщиков также за счет сельских учителей и врачей. Комитет, скорее всего, предложит дополнить этот список и теми людьми, которые также обслуживали колхозников, хоть и косвенно. Это учителя, которые работали в сельских школах, это врачи, которые работали в сельских больницах. Мы считаем, что они тоже имеют право на пай, но это будет вынесено на усмотрение депутатов.